Всем привет, с вами Алексей Ваньков. И сегодня мы идем на рыбалку. Да, первый раз за 5 лет я делаю видео о рыбалке. Маленький ручеек, в нем есть brown trout, дословный перевод — коричневая форель или форель. У меня, в общем, удочка спиннингообразная, я так предполагаю, потому что большие кольца. Катушка, леска и крючки, которые колятся по какой-то причине. Вот, или мне показалось. В общем, рыбалка. Мы будем делать импровизированную насадку на джиг. Посмотрим, пойдет ли оно или нет. Только что было. Не, надо менять фигню. У нас крючочек, восьмерочку. Достаем хорошего жирненького червячка. Вот он, наш красавец. Одевать его будем кучкой. Вот так вот. Сейчас пойдем закидывать. Аккуратненько закидывать и проводить. Груза добавить, а то он тонет медленно. Сантиметрах 8-10 от приманочки. Чуть-чуть грузика, чтобы он тонул побыстрее. Зацеп. Опа. Нормальное объявление. О, и крючок остался. Значит, узел хороший. Пойдем в обход. Нормальные герои идут сюда в обход. Очень легенькая, можно сказать, дербанула. Опа, видели? Форелька. Okay. Вот такая ходовая у нас рыбалочка. Так, ладно. О, форелька, видишь, плавает под удочкой. Есть. Есть.
Есть. На жопе шерсть. Это зацеп. А я уже был обрадовался. Ну вот, теперь у нас нету этой фигни. Опа. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Тут либо щука, либо... Либо щука. Я просто офигеваю. Я просто не хочу еще один крючок навязывать. Не получится. Тогда надо ногой подцепить. Вот так вот. Я очень не хочу еще один крючок вязать. Какая хорошая леска и какой хороший узел. Я говорю, Яну, пойдем со мной снимать, будешь меня как рыбу я ловлю, тягаю. Сотни, я говорю, тягаю. Одна за одной, я говорю, будет рыбалка. Зашибись. Дядя Леша плавал, дядя Леша знает. Мелочевка долбит. Наконец-то, зараза. Иди сюда. Иди трём батон. Вот она. Красавица наша ты, писаная. Вот она, красивая наша форелька. Вы посмотрите, какая. Просто замечательная красавица. Маленький хищник все мозги вымахала мне. Еще один заброс, как всегда. И можно идти домой смело. Со свежим червячком. Я, честно говоря, уже начал сомневаться. В принципе, я думаю, Ян, как и ты. Но, как говорится, упорство и труд, что? Все перетрут. Ну, все это, можно сказать, результат. У меня уже совесть спокойна перед собой, перед Яном. Я, правда, ему обещал каждый заброс по одной рыбке. Так, крапива. Это чуть поменьше. Красотка. Сейчас еще одну и дуем. Ну уже если уж тут столько открапивились. Найдем пожирнее червячка. Хорошо, что червяков накопал, не? Вот так вот получается такой вот шарик. Он весь шаволькается. Рыба есть, короче. Я очень рад, что мы поймали уже две, да? Две поймали форельки. Была еще одна поклевочка. Легенькая.
Я предлагаю на этом закончить, наверное. Сейчас еще разок. Там просто по-любому будет огромная форель. О, видел? Тема. Вот, в принципе, и все, я думаю, уважаемые зрители и те, кто досидел до конца. На этом закончим наш поход. Окей. Крючочек червяка снимаем. Ну, рыбалка она такая, как и охота. Иногда стреляет, а иногда нет. Поехали домой. А точнее, пошли.